Здравствуйте, ну вот, значит, сейчас мы приехали на Blueberry Farm, и здесь Blueberry за этой решеткой, вот здесь вот Виктория, Blueberry, извините, это голубика, черника, голубика, а вот это вот, значит, так вот растет Виктория. Значит, да, почти сезон закончился, но вот еще много Виктории. Смотрите, какие, вот как они тут растут. Они растут на вот таких вот стендах. Вот, на таких стендах. И, значит, эта водичка там поставляется. Вот, замечательная ягода. Очень вкусная такая. Вот, посмотрите, какие тут ягоды висят. Просто пачками. Вот какие ягоды у нас здесь висят. Я опять же иду против солнца и, как всегда, ничего не вижу. Вот они, ягоды здесь растут на таких вот стойках. Вот, представляете, вот мы идем, идем, идем. И вот он какой длинный этот проход, и это не один такой. Вот он какой длинный проход. Это все, значит, сегодня ветрено очень. Вот мы, значит, попросились на эту ферму, чтобы нам разрешили посмотреть, какие тут большие ягоды. Посмотрите, такие сочные, вообще обалдеть можно. Вот немножко они тут упали. Вот здесь вот я покажу, голубика как растет. Голубика, видите, вот она под сеткой. Видите, это кусты такие. Кусты. У нас же голубика растет 30 сантиметров от земли, а это кусты примерно метр высотой. Может быть, я еще где-то что-то вам покажу. Подождите. Так, вот мы здесь идем. И здесь, значит, еще такие вот туннели. Так вот девочки тут собирают. Что там? Вот, за ягодами приехали здесь. Вот, за ягодами приехали. А здесь вот они уже новенькие садят. Так, это у них. Что за ягоды? Малину они садят. Вот. На следующий год они сами. Вот. Этот raspberry. Как? It's nursery. Nursery. Ну да, nursery. Raspberry садят. Да. Нас сейчас поведут к blueberry. Ага. Пойдем. Вот, значит. Сейчас мы тут еще кое-где пройдем. Ну а вот. Да, вот нам позволили зайти в голубичное место. Вот это вот все кусты, это голубики. Сейчас я нас подведу к людям, которые собирают. Hello. Wow. Yeah, it's only dribs and drabs really. End of season stuff. Конец сезона. Otherwise they'll be covered. Ага, ну вот они какие зелененькие, ну и синие немножко. Bigger trees over there might have some. Or not. Beautiful, beautiful. Вот какие. Они растут высоко. Опять же, вот какие длинные ряды. Вот какая здесь прекрасная ягода. О, обалдеть можно. О, absolutely wonderful. О, look at this. Вот как они обычно летом выглядят. Because I planted a small one myself
Вот так вот они выглядят, когда лето и когда много их в сезоне. О, wonderful. Did you try one? No, I didn't. Try some. The birds are beating us to them. Алло, алло, алло. Вова, привет, привет. Ой, какая вкуснятина, не могу. Привет. Oh, beautiful taste. Спасибо, amazing. Спасибо. We did buy a big container today. Absolutely beautiful. So, какие большие тут ряды. Спасибо тебе огромное. Ну, спасибо. Все под сеткой находится. Вот видите, созвонимся, это созвонимся завтра, закрыто хорошо? От птиц. Потому что сегодня у меня такой день получился. Очень почти закончена вот эта голубика. Почти закончено. Ну, хорошо. Спасибо большое. Thank you very much. I'll show you out. You show. We know the way. Oh, there's a shortcut back. Okay. Sorry, I've got a question. Sorry. Yes. What are this? What are this? Oh, that's a weed. Oh, yeah. It's a weed. Yeah. Oh, okay. Nightshade. Yes. Māori's call it purupuru. All right. So they're not edible? No. Okay. Нет, это несъедобное. It'll kill you. Да. It'll make you very sick. Thank you. As I said, we still got our weeding. Right. Ну, вот такие вот ряды. Это только один такой вот участочек. Один участочек, где блюберисы, голубики выращиваются. Ну вот, значит, вот это вот. Мы стоим примерно с меня ростом. Ну, 1.60 м. Вот так растет голубика. Вот здесь поля. How big is this? I'm not absolutely sure. Okay. Okay. I've only been here since November. Okay. Ну вот говорят, сейчас, когда уже вне сезона, 12 человек работает, а потом, говорят, в сезон 50 человек работает. Сейчас уже, ну, март, 8 марта, кстати, вас всех с праздником, девочки, с 8 марта. Тут, значит, у них отдых, зона отдыха, все. Прекрасно, красиво. Абсолютно, я абсолютно приветствую. Thank you very much. Yeah, we do live in a cottage. Oh, that's nice. We've got a group coming from a party tomorrow, and we'll see you soon. Right, for the party. Yeah, so coming at lunchtime. Oh, cool. Yeah, thank you. You have a nice day. Thank you.